Ну, друзья мои, давайте сейчас споем еще одну такую песню, которую мне хочется спеть. А потом будем уже завершать потихоньку. Песня называется «Свободная частица». Называется эта песня. Такая старенькая-старенькая песня. Есть такое в физике понятие «свободная частица». Нейтрино, шмейтрино, там всякие бозоны, шмазоны. Ой. И эти частицы, они, знаете, шастают по Вселенной и просто проникают сквозь любое препятствие. Удержать их невозможно совершенно, поймать их трудно. В Кабардино-Балкарии целая лаборатория там создана под землей, огромный резервуар с водой, там они ловят эти нейтрино. Трудно поймать, оно, знаете, оно неуловимо. Свободная частица, свободная. Вот, и как я всегда вспоминаю перед этой песней, когда, как Пастернак писал в дневниках, бедный, что если снег не пойдет же снизу вверх, снег, он не пойдет снизу вверх, даже если правительство прикажет ему указом, понимаете? Да, ну указ такой может быть вполне, и как бы, он-то не пойдет, но он скажет, снег идет снизу вверх, скажет, да, да, действительно, правда. А вот смотрите, снег снизу вверх идет. Песня. Печально, как и все. Ты знаешь, Петя, я зауважал науку. Сейчас такое злое время на дворе. Страна не та уже давно, а скорость звука все та же, что при батюшке-царе. Ах, как печально, на пеньке сидит ворона. Пришли лопахины и вырубили сад. Из вечных ценностей один закон кулона, да площадь круга все еще пи-эр-квадрат. Народ стал счастлив, с непривычки мается. Ну так стабильность, кушай тюрю и толстей. А вот вселенная тихонько расширяется, причем без разрешения властей. А нам бы взять в пример природу, а нам бы возлюбить свободу. Растет сознательность и крепнет рубль, и лишь мозги одни идут на убыль. Все девять муз, рожденных мнемозиной, удавлены веревкой бельевой. Жива лишь муза телевидения, это мужчина, но с женским торсом и ослиной головой. Певица Н пришла со свежим кавалером, актер счастливца бросил пятую жену. Какая ширь, масштаб Шекспира и Гомера, испытываешь просто гордость за страну. Какой гламур, какие глянцевые лица, летит сквозь них элементарная частица. Летит, как нож сквозь тесто, как сквозь пустое место, пустому месту не пристало пузыриться. Эх, нам бы воспарить, как птицы, эх, нам бы взять пример с частицы. Она свободна, жаль, ее не видно, как гражданину это мне обидно. Народ не в курсе, что на свете есть нейтрино и дуализм корпускулярно-волновой. Всем правит бог стяжательства, это мужчина с
хорошим галстуком и волчьей головой. А все давно уже записано в скрижалях. Забыли мы ветхозаветную мораль. Во многих деньгах, Петя, многие печали. Умножая деньги, умножаешь и печаль. А многогрешный тоже деятель культуры. Алкают денег, как все слабые натуры. Мне стыдно, шо алкаю, и с горя я лакаю, и пересчитываю весь в слезах купюры. Мне б самому открыть что-нибудь такое, ну хоть закон переливания из порожнего в пустое. Но курица не птица, я тоже не копица, лежу, копалю в себе энергию покоя. Хоть ты частица, проявляй упрямство. Давай залетная, пронзай пространство. Мы не способны, тюря есть, и ладно, как гражданину это мне досадно. Летит нейтрино сквозь рогатки и препоны, и заможай его нейтрино не зашлют. Закон кулона не объявишь вне закона, ну разве что через басманный суд. Нет, Петера, ну упразднили инквизицию, а ей бы поработать над страной. Мы позовем Джордана Бруно в оппозицию, за неимением оппозиции иной. А по закону Петя третьему Ньютона, чем больше давят нас, тем крепче ворона. Да здравствует наука, плесни за скорость звука, за Менделеева плесни и Клапирона. И пусть цена потугам нашим 3 копейки, меняйте гимн, закон, устой, устав, уклад, но площадь круга ныне пресной вовеки, упрямо всем назло. Пиэр квадрат. Эх, нам бы, а воспарить, как птиц. Эх, нам бы взять пример с частицы, она свободна, жаль, ее не видно, как гражданину это мне обидно. Андрей Кудрявцев, Михаил Маховец. Спасибо. Спасибо. Спасибо, братцы. Спасибо. Спасибо.